Ей, всем привет, дорогие друзья! С вами Димас, кто-то фистушня и снеговик. Сегодня мы играем в Гаррис Мод. Карта у нас Балди, пацанчики и девчонки, поздоровайтесь. Всем привет. Давно у нас не было рубрики «Какой аниматроник самый крутой?» Мы скачали новые пилпаки. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать. Показываю его возможности. У него в руках получается не крючок, а коса. Очень все. Большая какая-то, здоровенная. Он какие-то конченые звуки издает? Да. А ну-ка, давай, поиздавай. Это небольшая такая музычка, я бы сказал. Ну, мелодия. Ого, нифига себе мелодия, прям какие-то барабаны. А где у тебя динамики? Это у тебя это JBL колонка, да, где-то лупашит? Да-да-да. Нормально, нормально. А ну давай, под музыку, покажи, как он бегает. Нифига себе, ты такой звук издаешь сильный. Все быстрее, быстрее, быстрее. Слышите? Давай. О, в конце вообще бомба. Это как песня получается, да, у него? Да. Это и вся его скорость, или у него есть какой-то режим на Ctrl, на R? Нет, к сожалению. Ребята, 88 мегабайт, вот эти два аниматроника весят. Я не знаю, что здесь так много очень сделано. Но зато не надо не качать никаких дополнительных пилпаков текстур. Потому что это всегда очень кошмарит. Воу, это у нас Дредбер. Просто Дредбер, очень странное название. У него на челюхах болты. А чё он такой медленный? Он так и бегает, и ходит? Да, как бегает и ходит. Да. 6 hours letters, и ты даже не дошел до меня еще. И все, больше они ничего не умеют? Ой-ой-ой. А скажите, скримера нету. Так, давайте мы сейчас, короче, здесь поставим один случайно спаун. Чпонь, даже два. Так, а ну два эти мочи. Бум. Я затопчу. Да? Так, давай у нас какой следующий у нас идет пилпак? Очень так их маловато здесь, но они очень доработанные. Так, этот просили все подписчики, чтобы мы сделали полноценный обзор на этот пилпак. Потому что мы его записывали, но ничего и толком не показали. Так, я знаю, что он может какой-то делать прикольный звук. Все смотрят внимательно, очкую, да? Это добрый аниматроник, он не может, кстати, убивать. Прикольно. А, тут надо монеты бросать, а что он делает? Конфетку выдает. Есть у кого-то монетка? Так, хорошо, давай дальше, показываю яйцо. Большое. Он дольше еще говорит, да? Хорош. Так. Тоже разговаривает. Ну, анимации просто нет никакой вообще. Просто статичная, обычная фигурка. Ну, текстуры на высшем уровне. Давай дальше, это неинтересно. Даже убивать не умеет. Во, вот это уже интереснее моделька. Опять звук застопорился. Так, у тебя чё? Просто? Так прикольно, я сижу. А вы так умеете? А ну-ка, лупани со всей скорости. Может она быстро? Она должна большая быть скорость. Да, реально. Можно сделать так, что ламберит, и кто-то будет из аниматроников за нее играть. Не знаю, если такая идея заходит, напишите в комментах, нам нравится, мы такое запишем. Ну и, конечно же, подписывайтесь на канал, ставьте лайкосик, потому что ролики выходят каждый день, и поддержите меня. Хочу уже 1 000 000 подписчиков. Осталось совсем чуть-чуть. Уже 701 тысяча. 30%. Сделано. Ой, осталось. 29 уже. Ты убивать можешь? Не можешь. Давай, ладно, давай следующего, потому что это очень скучный. Ну, по-своему, очень детализировано. Ой-ой-ой-ой, скачет нормально. И все? Ну, знаешь, можно напугать так кого-то, подойти в притирку и реально выскочить. А ну запрячься. Привет. Тебе как ты можешь вы. Ах ты хитрый жук. Так, никого нету? Нету. Ага, я пошла. Прикольно. Вот это мне нравится, марионетка. Но она добрая, да, тоже не может убивать. Она, кстати, уже может убивать, и звук выстрела будет. Давай, мочи меня. Вот такое. Балди офигел просто. Давай, все? А ну давай еще разок меня мочкани. Хоп. Следующий у нас кто идет? Вот, это будет сейчас Чика очень прикольная. Потому что она умеет делать так. Воу, она, кстати, самая имбовая. У нее 87 тысяч жизней. Она может исчезать. А ты можешь тпхаться? Ой-ой-ой, я аж так шпагат сделал в воздухе. Конченые звуки может издавать. Тпхаться не, да? Не. Так, давай тогда следующий пилпак. Кто у нас там идет? Так, вот этот пилпак мы более детализированно рассмотрим, потому что он новый, мы его ни разу не записывали, вообще не показывали ни в одной серии. Это свежачок.
правую кнопку, Фокси бежит быстрее. Там нажал, и он это бежал, то, что... да, ага. Ух ты! Вот. Это ускорение, ты потом замедляешься или все так быстро бежишь? Он... Нет, это все, пока не врежешься. А ну давай сюда, с этой стороны посмотрю. Не, мне кажется, он быстрее, чем на коньках. Прикольно отлетело. О, ребята, знаете, какую мы следующую серию будем записывать? Какой аниматроник самый быстрый? Если этот ролик соберет 2000 лайков, сразу выходит эта серия. Отлично, просто красота. Так, давай это... Что у нас идет? Визард... А, подожди. Не мог, да, ты поехаться тут, Фокси? Не-а. Ну такое, знаешь, бы если бы что-то поехаться, вообще было пимбово. И скорость большая, и ты поехаться. А как ты, что это за говно ты делаешь? Это его умение крутиться на жопе? Да. Прикольно, первый раз такое умение вижу. Да ладно, я понял, что ты гонишь. Да не, ну ты какой-то Майкл Джексон у тебя. Можно скачать какой-то мод на танцы-то потанцевать? Ну можно. Какой аниматроник танцует лучше всех? Короче, можно миллион рубрик придумать на ходу. Мне только дайте Гаррис мод, я вам все, что хотите, сделаю. Че он может? И звуки может издавать еще какие-то? Какие? Так это Фредди может... Блин, ты дурак что ли? А, она может бить на расстоянии? Да. А ну делаем тест. Я со спины стану тебя, ты мочкани. Ого! Нифига себе. Давай еще раз один тест, только давай подальше я встану. Вот так убьешь. А ну ближе. Нет. А вот так. Вот так. Фисташка, извини, мы проверяем. А ну вот так вот. А ну. Нет. А так. О, все. Короче, метров так 7-8. Не знаю, как говорит Смоди, метры измерять. Ну, на глаз. Да получается, у нас тут два режима Бонни. Что какой-то другой режим? Что он делает? Или то все? Первый сидячий, второй сразу стоять. А сидячий что может? Ничего. К сожалению. Да какой-то стоп. Ну, я понял. Вообще не может ни Ctrl, ни W, ни fucking... Нет, вообще. Никаких вообще команд не может. Хорошо, давай тогда визора Чика. Погнали. Во. То что за говно? Они просто сидят? А я... Да. А, это другой режим взял? Да. А ну возьми тут сидячий режим и пробуй меня убить. А ну мочкани меня. Нет, не могу. А, это чётко блин, опасно. Ну это странно очень. Ну давай. Ты читер вонючий. Это тетка опасная, она как курица. Реально какой-то стрёмный, у тебя походняк? А ну скорость покажи ее. Ух ты, я думал мне длиннее будешь бегать. Кстати, у тебя даже анимация проволоки на руках сделана, это реально... Ну, разработчику респект, красава. Такой пугающий звук. Стерео круто сделано. Все? Mm-hmm. Ага, ну, да. Кстати, хотя бы не повторяется, как у тех. Все-таки другое что-то. Так, сидячая жопа, Фредди. Опа, что-то было. Сейчас вы, ребята, поймете, почему нас четверо на записи. Сейчас мы в конце сделаем битву этих всех аниматроников. Ну-ка давай, что он может еще? Так, на пробел, к сожалению, ничего. Ой, прикольно. Вот, а, кстати, а что ты такое ты сделал? Это нажал Ctrl. А что это? А может он рывок для... Как будто бежать собирается, да? Нет, просто вот так вот подойти да можно. Блин, ты говно пугаешь меня, когда ты так делаешь. Плохо, что у меня... Ах ты, жук навозный. Ты читер. Так, ну что, ребята, давайте с этого пака, мне он очень понравился, сделаем битву. По всей карте. Оу, по всей? Подожди, а чего такой медленный? Я не хочу этого брать, додика. Ну я его возьму. Так, все, я убегаю, ребята. Скажите, когда будете готовы. О, прикольно, от третьего лица поярче будет. Давайте мы немножко камеру сдвинем. И вообще будет сильно. О, а теперь вообще будет прикольно. Я готов. И я готов. Я готов. То же самое. А, он на прицел может убивать или только в притирку? Вы с этого пака взяли все или с другого какого-то? Понял, потому что я уже... Ай. О, все, кто-то так вот конченый. Я думал, ты лучше будешь. Так у него 500 хп всего лишь. 500. Никогда не берите. Не, оно не зависит, 500 у тебя или не 500. Фистушня. Иду, а тебе? А, вижу. Иди сюда, я хочу тебя убить. Кто кого? Ух ты.
Красота, ребята, ну что, выиграл, как всегда, Димас, и немножко дружба. И хитро, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения, и всем пока!